Всем привет, с вами Алёха и мой канал «Обзор товаров с Китая». Друзья, сегодня у нас тема туризма, кемпинга, путешествий и все, что с этим связано. Вы помните, что у меня есть специальный трек-лист для всего этого. И сегодня у нас вот такая вот посылочка. Пришла она за 14 дней, вес 749 грамм, оценена в 10 евро. И здесь, друзья, у нас стенд для походов. Я думаю, что это довольно-таки такая нужная вещь для похода. Я вот заказал посмотреть, оценить, поделиться своим мнением. Сегодня, конечно же, я его не протестирую, но протестирую позже, обещаю вам. Скоро мы с друзьями пойдем в поход, и там я протестирую данный тент. И еще, кто не видел, коврик для сна. Итак, у нас обычный пупырчатый пакет. Открываем. И нас встречает вот такой вот чехольчик. Скажу честно, что думал, что тент будет потяжелее, но характеристики и все в этом роде написано, что это материал 210T полиэстер. Он... Где его используют, спросите вы? В изготовлении палаток различных, ну, в основном это дно палатки. Опять же, материалов, которые нужно, чтобы отталкивали воду, защищали от солнца. Опять же, в использовании спальных мешков этот материал используют. Ну что же, обычный пакетик, вот такой вот фольгированный, если можете видеть внутри, для защиты от влаги. Внутри нас встречает паракорд, потом посмотрим, сколько у него метраж. И колышки. Честно, я думал, что этого в комплекте ничего не будет, но это очень полезно. 6 очень легких колышков. Отличного качества, и я думаю, что это будет только ему на пользу. Итак, чем же хорош данный тент? Во-первых, он должен отлично защищать нас от влаги, от дождя, от солнца. Размер данного тента 3 на 3 метра. Внутри вы можете видеть вот такой вот элемент. Ну, по запаху есть какой-то запах какого-то нового тента. Но внутри вот так вот все зафольгировано. Это внутренняя сторона. Внешняя синяя. Ой, синяя. Внутренняя зеленая. Есть также синяя. По прошитию скажу, что швы везде качественные, хорошие. По бокам присутствуют такие вот лямочки для того, чтобы натянуть наш тент. Они тоже прошиты более-менее хорошо. По центру идет уже двойной шов, и думаю и надеюсь, что он протекать не будет. Размеры действительно 3 на 3 метра. Вот такой вот он большой, таких вот приличных размеров. Я думаю, что вы сможете со своим жильем сделать все, что угодно, друзья. Какой же он большой. Давайте посмотрим на паракорд. Или это просто зеленые нитки. Довольно-таки длинные. Наверное, около где-то 1,5 метра. Довольно-таки прочные. И спасибо, что положили их в комплект. Вот такая, друзья, сегодня у нас распаковка. Думаю, что она вам понравится. Также можно, кстати, увернуться, наверное, даже в данный тент. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте про Инстаграм, Твиттер и группу ВКонтакте, друзья. Нажимайте на колокольчик и будьте в тренде. Всем спасибо. Всем пока.